Бентамот. Знаете, что это такое? Это вот эта вот штуковина. Она мотает бинты. Эластичные. Предположим, вы размотали бинт. Ну, такое случается. Предположим, вам его надо смотать обратно. Вот вы, короче, вот как-то так это все сюда продеваете. Продеваете. И пошло моталово. Быстренько, четенько, качественненько. Два подшипника. Просто прелесть. Видите? Так. Смотали. И теперь чпок. Получилась катушечка. Бентомот силовой.